Ты где, мой друг, которого нет? Еще мне приснился сон. Я выгляжу утром. Снился сон, что вообще. Там много чего снилось, но мне приснилось, что во сне я не знаю, называть фамилии или нет, я могу конкретно даже назвать фамилии, кто снился. Со школы там. Короче, чел, что типа он с девушкой со своей там какой-то, они веселые такие, счастливые. Какой-то конкурс был, собрать нужно было что-то там. И этот чел был из младших классов. Тот стал более-менее нормальным христианином, как православным христианином. Я спросил. Они успешно вместе сделали это задание какое-то там. Это было связано с институтом. Только там было весело. Я спросил у них. Я был словно как будто тень, не знаю. Я спросил у них. А можете сказать, как вы познакомились? Можно узнать, как вы познакомились? И они что-то там. Я не услышал ответа. Потому что они были на эмоциях там. Мой друг, ты где? Ау. Hello. Привет, привет, привет. И вот, когда я там был, была школа моя, как бы, но это был уже институт, и все повзрослевшие, и что, я точно не помню. У меня возникло во сне желание перейти в небытие. Ну, я же никого не призываю, просто у меня конкретно вот возникло желание забраться и спрыгнуть с крыши. Ну, никого не призываю, это нельзя делать. Потому что я думал о том, что у меня никогда не будет такого, вот, чтобы я, как этот чел, просто... Мне просто интересно было, как они вообще познакомились. Потому что ни одна девушка не знакомится ни с кем. И ни одна девушка не любит
как бы им девушкам вообще не нужны парни, как бы, типа, это мое больное субъективное мнение. А во сне там они счастливы были. И я спросил, я хотел узнать их, понять. И я не понял ответа там. Толком не было, не дальше. Ага, пошли там. А я отставал, я в обучении не видел. Зрение плохое было, я не видел там даже, что написано было на доске. И у меня возникло такое в мыслях сильное желание прекратить свое существование, вот, что оно бессмысленно, что оно прекратить, в небытие перейти. Прямо во сне, вот в этот момент, когда никто меня не унижал, там ничего. Я просто был одинок. Я не успевал выполнять задания, потому что я был одинок и плохо видел. И они считали меня тупым. Просто умственно отсталым. А на самом деле я просто оказался не в том коллективе. Но они не унижали меня, ничего, и я спросил, типа, как вы познакомились? Искренне было интересно, как вы познакомились? Потому что это не мои слова, а слова, скажем так, токсичных людей, блогеров некоторых, которых на пальцах считают, что в России, в СНГ такая ситуация, что вообще не познакомишься уже, все. И он приводит причины, почему конкретные приводит, ну, интересные такие доводы. О том, что это государство создало такие условия определенными законами. Ладно. В общем, я только помню, что приступ суицидальный был у меня во сне мыслей.